то в кошачьей неотложке. Вот я думаю о чем. Хорошо бы стать врачом, но не детским, а кошачьим. Детям больно, мы заплачем. Разревемся сгоряча, мама вызовет врача. А бродячему коту, если вдруг не в моготу, кто зовет к нему врачей? Он бродячий, он ничей. Если ты хозяйкой брошен, где живешь, не знаешь сам, есть лечебница для кошек, запись там по адресам. По фамилию хозяев вызывают и котов. Александр Николаев, к операции готов. Два котеночка у тети в одеяльце в теплоте. Если топят их в болоте, там условия не те. Вот я думаю о чем, хорошо бы стать врачом. Вот кошачьи неотложки я по городу качу. Нет ли где бездомной кошки, я без адресных лечу.